Ну что, созвонились мы с Виталиком. Он отдал машину, сказали ему, ну, так же, как нам и там сказали, что где-то примерно 2 часа это займет. Ну, может быть, раньше, что вряд ли, потому что, говорит, работы много у нас. Ну, посмотрим. В общем, Виталик нашел где-то ближайший Starbucks, сидит там, пьет кофе. А я иду за Евочкой пешком. Как и предполагалось, мы так и думали, что, наверное, не успеет он, Виталик, вернуться. Поэтому прогуляюсь. И Евочка будет рада, она любит пешком ходить. Она, когда я иду за ней пешком, прихожу, она такая, ура, ура! Типа не на машине, ребенок так радуется. Вчера пошли гулять вот туда, вот в темноте, в 9 часов где-то мы пошли перед сном прогуляться. Я вам еще, наверное, не выложила, но выложу, наверное, перед этим. Вот, прогуляться в нашем вот Main Street, там, Купертино. И тоже ребенок так радовался пешком. А так и выходит уже, оборачивается опять возле двери. А мы точно пешком? Мы не на машине? Мы такие, пешком. Ура! Ой, вот сейчас тоже обрадуется. А если бы я еще ролики ей принесла, она бы еще вдвойне радовалась. Но без роликов сегодня обойдемся. Мы потому что велосипед вместе со шлемом продали за 3 копейки. Но думаю, что шлем тоже уже пусть будет вместе с велосипедом. Вот, поэтому на дальнее расстояние я ее на роликах не отпускаю. Ну, небезопасно. Вот, сейчас откроем. Прикиньте, пришлось ворота открывать. Не подходит ключ у меня к этой. А раньше и наш код вот этот вот, который нужно вводить, сейчас я ввела, подошел. А раньше не подходил код. Не смогла открыть. Ключ мой не подходит. От наших этих подходит, а от этих ворот не подходит. Сейчас, видимо, эти стали жаловаться и сделали такой же код от этих ворот. Потому что, ну почему? Мы живем в этом же комплексе. Но мне неудобно, например, вот туда выезжать и разворачиваться, да? Мне удобнее вот здесь выехать и сразу на светофор встать на поворот, на левый. И, в общем, видимо, пожаловались, и они вернули код одинаковый везде, чтобы был. А ключ, видимо, все-таки не подходит другой. Ой. Я сейчас, наверное, пока тут ковырялась этим ключом, аж палец вот тут покраснел. Думаю, что ж такое, говорю. Никак не открывается, и все. Пока ковырялась, но сейчас опоздаю за Евочкой. Будет ждать, стоять мне там. А как вы из фильмов знаете, дети здесь в Америке не любят, когда их забирают последними. Ну, хотя вроде Ева ни разу в жизни мне ничего такого не высказала. Слушайте, иду, жара какая. Ужас. Дома колотун. Я замерзла. Я мало того, что с длинным рукавом, я еще в жилетке пуховой. Иду, надо снимать сейчас эти карманы. Застегну, чтобы ничего не повываливалось. Взяла мелочь, потому что Ева любит обратно, когда идем пешком, чтобы зайти в 7-Eleven и купить мороженое. Slackwater. Карман оттягивается теперь. Ой, все снимаю. Ой, вы представляете, ну градусов 30, не меньше. Вот вам и октябрь в Калифорнии. Конец октября, вторая половина уже, 21 число сегодня. Ох, хорошо, мы сейчас поставим. Сегодня такая большая, как бы, ну, такая статья, проблема у нас решится, и мы уже останется там всего ничего у нас. Ну, нам только денег нужно. Сейчас это самое, то, что получить, ну, вот как бы вот деньги, которые были на счету, так и не, ну, короче, я не знаю, непонятно, что-то произошло, то деньги они ушли, то обратно вернулись. Потом написали нам в Wells Fargo, типа, не волнуйтесь, никаких действий не нужно предпринимать, они обратно пойдут им. Когда пойдут? Сейчас нужно оттуда еще за квартиру вычесть, плюс вот этот за хич, вот этот за установку. Ой, что там еще, за машину сейчас заплатили, ежемесячный вот этот взнос. Завтра Еву зуб, вот который третий, это нужно было выдирать. Два зуба сделали, этот раз пломба. Один переназначили, аппойтмент сделали. Говорят, это слишком too much, короче, три зуба сразу. Давайте на следующий раз. И вот завтра у нее аппойтмент, чтобы выдрать зуб. Выдрать. Ну, как правильно сказать, сейчас скажу. Выдернуть зуб, да? Чтобы выдернуть зуб, нужно будет
Завтра еще 89 или 85 долларов. 85, по-моему. Вот. И все, и все, и будем ждать новую зарплату, потому что все уходит, а нам еще наслед... Ой, это кошмар. Это кошмар, товарищи. Я не знаю, время приближается неумолимо быстро, и скоро нам комнату срочно, вот что самое главное, это еще комнату, да плюс еще 3600 нужно будет за первый и последний месяц в этом, и на дорогу. Ну, на дорогу там как бы за это время заработается. Фух, ой, кошмар, короче, столько денег этот переезд. И то надо, и это надо, даже то, что ты рассчитываешь, не факт, что ты там что-то это самое, потому что бывает, что что-то все равно, как и с ремонтом, да, что-то бывает, что ты, ну, не можешь все на, ну, учитывать, что-нибудь, где-то непредвиденные расходы всплывают по-любому, так и здесь. Вроде рассчитываешь на одно, а там то это, то там, то замочек, то крючочек, то еще что-нибудь. Ой, не знаю. Время мало остается. Время мало. 10 дней остается. Прогуляемся с вами по району, по нашему снова. Это Купертино. Сегодня с утра с Ольгой. Сегодня, мне казалось, что уже 2 дня прошло. Представляете, это все один день. Один день такой насыщенный, что такое впечатление, что это не один, а 2 дня, действительно. И сегодня с утра Ева отвезла, поехала к Ольге. С Ольгой потренировала ее вождению. Она ездила за рулем. Поехали с ней в магазин, еще заехали. Потом отвезла ее, поехала к Виталику, с Виталиком поехали искать этот хич везде, потом туда-сюда. Мы были в 3 магазинах автозапчастей. И в итоге в U-Haul все сразу решилось. А тут нужно было в магазине автозапчастей заказать, ждать. Она пришла, это вот эта вот штуковина, там тут трейлер хич. Потом нужно было бы еще вот эти вот провода, вайринг, вот этот заказывать или купить. Не знаю, по-моему, у них был наличие, но окей. Все равно тот-то без этого никак. Ну, в общем, подождать, потом все это поставить. То на то и вышло бы, но гораздо дольше и проблематичнее. И, ну, по времени было бы дольше и сложнее все это. У нас сейчас и так столько хлопот. Вот. И вот сейчас домой быстро пришла, быстро-быстро смонтировала, пока кушала, смонтировала видео, поставила на загрузку, оделась. Что еще? И все. И бегу вот сейчас за Евочкой в школу. Слушайте, что делать с этим комнатой-то, а? Товарищи, друзья, родственники. Помогите! Я уже 3 объявления сделала. 2 на Фейсбуке, у себя на странице, плюс в соответствующей группе. А, еще в 3, получается. Еще в другой группе. В общем, в 2 группах и у себя на странице. Плюс еще я в Ютубе говорила, плюс всем друзьям там кому-то поотправляла. Вот. И я не думала, что будет такая проблема снять комнату. Вообще не думала. Оказывается, проблема. А времени-то не остается, нам срочно нужна комната, иначе вот это вот все, что у нас для Виталика причитается, да, ну, как бы на 3 месяца, и инструменты, ну, там кое-какие для работы, это все, получается, некуда будет деть вообще. Мы будем выезжать, о, это вообще, не знаю, Никите тоже нужно переезжать уже. Там он Ольги, как бы там договоренность была на определенный срок, а уже этот срок прошел. Нужно срочно комнату. Что делать, а? Что делать, друзья? Подумайте, пожалуйста, хорошенько. Может быть, вы кого-то вспомните, кто сдает комнату, кто мог бы сдать. Вот мне сегодня подружка позвонила, кстати. Она говорит, слушай, я вспомнила одну, говорит, женщину. Она мне как-то говорила, что она когда-то сдавала свою вот эту мастер-бедрум. Я, говорит, давай я ей позвоню. Вот она позвонила, а та говорит... Подожди, говорит, я с сыном посоветуюсь, подумаю. Ну, как бы сразу ответ не дала. Но раз сразу не дала, может быть, наверное, нет. Потому что все-таки она женщина, уже такая в возрасте, больна. Ну, болячек у нее много.
тяжело ей. Она, может, и рада бы сдавать, но, может быть, девочки она хотела, женщине, девушке. Вот, а тут, как бы, может, немножко засомневалась, что парни, мужчина. Ну, Виталик-то уедет, ладно. Она и Виталика хорошо, эта женщина знает. Вот. Может, насчет Никиты просто сомневается, что, ну, как с парнем, тут вроде одной. Хотя, говорит, это вообще на противоположной стороне, они друг, ну, вот эти спальни, они, говорит, друг друга не касаются вообще, говорит, ну, это мне Маша сказала. То есть там как бы отдельно, она эту комнату сдавала, вообще они как бы даже не встречались иногда. Вот. Вот и мастер-бедрум. Мастер-бедрум здесь называется как бы такая хозяйская спальня, где все уже внутри. Чаще всего туалет уже в самой спальне. Выход из спальни в туалет, в ванну. Вот, гардероб. Ну, тут как бы такое маленькое помещение. Просто им нужно будет выйти. Они дома даже практически не будут там бывать. Приходить спать, все. Ну, Маша это все ей сказала. Вдруг согласится, хорошо было бы, очень хорошо. Север Сан-Хозе подойдет. Вот. Но что-то мне так и терзает смутные сомнения, что она может отказать. И надо же еще варианты. Ой, помогите. Очень надо, очень. До 1000 долларов в Сан-Хосе. Есть очень много предложений. Есть специальная вот эта группа в Фейсбуке. Я там посматриваю постоянно. В основном все ищут или предлагают Сан-Франциско. И либо вот Дейли Сити, там вот этот все вот это вот. Очень близко к Сан-Франциско. Вот. Есть очень мало, но очень мало. Сан-Хосе и вот этой Бэйри. Ну, может быть, что-то сейчас и появится. И вы что-то, может быть, еще предложите. Будем надеяться, что найдется комната. А иначе как, не знаю. Ой. Почти дошли мы с вами. Что-то мне Виталик все присылает. Пойду почитаю, что он мне там прислал. Что я вам говорила? Ева такая, мы пешком пойдем. Бежит, как обняла. Мы пешком пойдем. И что ты сказала, Ева? Урта! Yes! По-английски. Yes! Hi, Alan! Что я вам говорила, как Ева обрадуется. Любишь пешком ходить, да? Да. А вы знали, что у нас в школе есть мальчик, его зовут Юнджи. И мы... И Риборто, они часто играют, типа, например, вот, типа, перемена уже закончилась, и они такие, окей, я ухожу, увижу тебя, например, в Техасе. Uh-huh. Я такая, все, пока, я увижу тебя в Техасе, а потом кто-то такой, а я хорошо, увижу тебя в Майами. Во Флориде, да? Да. Хотя я сначала сказала, увижу тебя во Флориде, а он такой, увижу тебя в Майами.